У Могилеве обрали самую пригожую девчину года. Владельницей титулу «Мисс Могилев» 2016 стала выпускница 40-й школы Юлия Муштукова. Финал конкурса у Палаци культуры в области выдался горячим и вельми насыщенным. Глядачи и жюри увидели соправдное шоу. Светомасштабное, музычными номерами удельниц подтримливают только зорки. Знакомитый белорусский спевак дядя Ваня навод склал пару ведущей, редактору телерадиокомпании «Могилев» Ирине Бардиловской. Первое заявление прихожун на сцене, одразу заявка на серьезную борьбу. Походка, высокие абцасы, найпригожейшие сукенки и все то, чем жанчина может покорить сердце. Удельниц, несколько этапов в финале, эмоции и переживания. Познакомиться ближе с характерами и житевыми метами девчин помогли видеовизитовки. Это ноу-хау сёлетнего конкурса «Мисс Могилев». Для удельниц финалу свято прихожости началось еще несколько месяцев тому. С девчинами працавали фотографы, визажисты, стилисты и иншие представники фэшн-индустрии. Выник – отточенные амаль до идеалу нумары. Это дефиле у стилизованных национальных костюмах, показ во убранні модного бренда и в вечерних сукенках. Отметной стала и хореографичная постановка. Тут сучасная ритмичная музыка, зладженность и неверогодные па, от яких часом переймає дух. Без узнагород не застався никто. Номинаций было 16 по колькости удельниц. А вот самым счастливым для ее уладальницы стал номер 10. Мисс Могилев, 17-годовая Юлия Муштукова. Олеся Рубалка, Александр Тарасов, Новини Регіон.